из цикла «Как самому стать джентльменом». Должен ли джентльмен провожать из гостей даму, если без нее ему не дойти до дому? Настоящий джентльмен всегда проводит жену на поезд, если хочет убедиться в том, что она уехала. Как отличить даму от джентльмена? У джентльмена на шее галстук, а у дамы на шее бусы, дети и джентльмен в галстуке. Первым Бог вылепил мужчину, потому что первый блин всегда комом. Это, наверное, женщину захлопало. Готовясь к маскараду, женщине иногда достаточно только вымыть лицо. Чем отличается молодой холостяк от старого? Молодой холостяк наводит дома порядок, чтобы пригласить женщину, а старый приглашает женщину, чтобы она навела порядок. Ну и последняя запись в дневнике. Студенту нельзя жениться. Будет заниматься только женой, у него появятся хвосты. Будет заниматься только учебой, появятся рога. А будет заниматься и тем, и другим, отбросит копыта. У меня появился вот новый персонаж моих афоризмов, то есть следующая стадия уже после джентльмена, это Дон Жуан. Вот я прочту несколько таких мыслей из записок Дон Жуана. До свадьбы мужчина и женщина говорят друг другу: «Мне нравишься только ты», а после свадьбы: «Ты нравишься только мне». Мужчина ухаживает за женщиной в молодости, чтобы она ухаживала за ним в старости.